Вести Карачаево-Черкесия. В студии Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. В Донбайе погиб 83-летний турист из Санкт-Петербурга. Около 300 тысяч тонн кукурузы собрано в республике в прошлом году. С 1 января этого года страховые пенсии жителей Карачаево-Черкесии проиндексированы на 4,8%. И горнолыжный курорт Архыз в этом году перейдет частному инвестору. Далее подробно об этих событиях и не только. За 2019-2022 годы в Карачаево-Черкесии для республиканского онкологического диспансера приобретена 51 единица медицинского современного оборудования, в том числе 8 единиц в прошлом году. В частности, получено новое современное медицинское оборудование, причем не только диагностическое, но и лечебное. В прошлом году в медучреждении появились УЗИ-аппараты экспертного класса, магнитно-резонансный томограф, многофункциональный операционный стол, эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций и многое другое. Новое оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь на более высоком уровне, снижать инвалидизацию и смертность населения республики от онкологических заболеваний. Например, уровень обследования на УЗИ-аппарате экспертного класса позволяет не только получить наиболее достоверный результат и точное описание состояния органов и тканей, но и значительно сократить общее время обследования до постановки окончательного диагноза. А система МРТ – это очередной прорыв в истории онкологического диспансера. Она специально разработана для повышения клинических возможностей и предоставления комплексных передовых технологий. Этот МРТ помогает увеличить число обследуемых пациентов, повысить эффективность диагностического процесса при меньших затратах на одно сканирование. В Донбайе погиб 83-летний турист из Санкт-Петербурга Виктор Чубанов, который посещал наш регион с 1960 года. В Донбасскую спасательную станцию поступила информация о том, что на склоне горы Муса-Читара 83-летний мужчина получил травму. Спасатели оперативно доставили пострадавшего до пункта медицинской помощи, однако турист получил травмы, несовместимые с жизнью, и он скончался. Недавно в интернете появилась аудиозапись странного телефонного звонка, обеспокоившая родителей и педагогов. Неизвестная представляется по телефону сотрудникам газовой компании и просит ребенка включить газовые конфорки, якобы проверить исправность системы. Некоторые утверждают, что звонки поступают от злоумышленников с Украины, которые таким образом пытаются организовать взрывы многоквартирных домов. В связи с этим сейчас в школах республики с детьми проводятся разъяснительные беседы. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Когда родители проявляют некую бурную реакцию, когда ребенок приходит и говорит о том, что что-то было странное в соцсетях или что-то его напугало, тем самым он, этот родитель, он вот этой бурной реакции отодвигает ребенка. То есть у ребенка возникает ощущение, что мама или папа испугались, и завтра меня не допустят к интернету. И тогда он начинает пользоваться интернетом вне стен школы, вне стен своего дома, делает это как бы тайно. И последствия могут быть самыми плачевными. Более 296 тысяч тонн кукурузы собрано в республике в прошлом году. По данным регионального Минсельхоза, во всех категориях хозяйств Карачаево-Черкесии завершены уборочные работы. А валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 408 тысяч тонн с площади 82 тысячи гектаров. Из них с площади 52 тысячи убрано кукурузы на зерно, 297 тысяч тонн. Урожайность составила 57 центнеров с одного гектара. Кроме того, утверждена структура посевных площадей под урожай этого года. В текущем году планируется произвести сев сельскохозяйственных культур на площади 125 тысяч гектаров. Центр управления регионом Карачаево-Черкесии вошел в число субъектов страны, достигших 100% показателя по доле обработки обращений граждан за декабрь минувшего года. Так, от жителей республики поступило 734 обращения. По данным центра, без внимания не остается ни одно обращение. Каждое из них направляется в профильное ведомство. Чаще всего обращаются по вопросам ЖКХ, социального обслуживания, состояния автомобильных дорог, ремонту дорог, а также благоустройства дворов и придомовых территорий.
Горнолыжный курорт Архыз, созданный с нуля государством, в этом году перейдет частному инвестору на условиях открытого конкурса. На электронной торговой площадке уже опубликована конкурсная документация для потенциальных инвесторов. По решению Совета директоров, который возглавляет вице-премьер страны Александр Новак, с 10 января по 14 февраля состоится сбор заявок для участия в конкурсе. В феврале запланировано проведение конкурсных процедур, а в марте-апреле с победителем будет заключен договор купли-продажи 100% акций акционерного общества «Управляющая компания Архыз». Условиями конкурса предусмотрены оплата и передача акций в два этапа. Обязательства частного инвестора при покупке Архыза серьезные. Это создание не менее 30 километров горнолыжных трасс, в том числе с системой искусственного снегообразования, развитие трех туристских деревень, одна из которых Дука, будет создана с нуля, а также доведение общего количества мест размещения до 8 тысяч, отметил генеральный директор «Кавказ-РФ» Андрей Юмшанов. Для гарантированного развития курорта будет разработан график реализации инвестиционных обязательств под контролем государства. С 1 января этого года страховые пенсии жителей Карачая-Черкесии проиндексированы на 4,8%. Повышение затронуло 105 300 неработающих пенсионеров республики, чьи выплаты в среднем увеличены на 1000 рублей в месяц. В результате индексации средний размер пенсии по старости вырастет до 17,5 тысяч рублей. Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также индексируются пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе повышается со 118 рублей 10 копеек до 123 рублей 77 копеек. Размер фиксированной выплаты с 7220 до 7567 рублей. В связи с новогодними праздниками некоторые пенсионеры получили выплаты за январь досрочно. Пенсия им поступила в повышенном размере с учетом проведенной индексации. Досрочное зачисление пенсии полностью завершилось 30 декабря и коснулось выплат через банки. Доставка пенсии почтой началась 3 января и проходит в соответствии с графиком работы отделений в нашем регионе. 103 сервиса Социального фонда России работают на портале госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности фонда, включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей. За прошлый год на госуслуги было выведено порядка 40 новых сервисов фонда. В частности, электронное заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений. На портале теперь также можно оформить уход за инвалидами и пожилыми. Большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы заявлений для назначения мер поддержки семьям военных и пострадавшим от радиации. Соответствующие сервисы позволяют дистанционно назначить компенсацию за проживание в радиоактивной зоне или работу на такой территории. Через портал можно получить и компенсацию на оздоровление, и ежемесячную компенсацию на молочное питание детей до 3 лет. Помимо этого, на госуслугах представлены сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую книжку и пенсионный счет. И в продолжение этой же темы. Жители Карачая-Черкесии могут оформить прописку по месту жительства для ребенка, подав заявку через госуслуги. Раньше это можно было сделать только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг, записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия. Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей, он и направляет заявление. В прошлом году в Карачаево-Черкесии было зарегистрировано 2353 брака, что на 407 браков или почти на 17% больше, чем в позапрошлом году. Больше всего браков зарегистрировано в Черкесске, Зеленчукском и Усть-Джигутинском муниципальных районах. Впервые в брак вступили 1631 жених и 1649 невест. 184 брака заключено между бывшими супругами. Средний возраст брачующихся мужчин 33 года, женщин 30 лет. Возраст самого молодого жениха в прошлом году 17 лет, а самого возрастного 86. Специалисты управления Россельхознадзора ежегодно выявляют несанкционированные свалки на землях сельскохозяйственного назначения республики.
О приоритетном направлении работы ведомства в прошлом году рассказала заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. За 6 лет было выявлено 120 свалок на площади около 30 гектаров. Ликвидировано 85 свалок на площади более 22 гектаров. За этот период идет снижение площадей выявляемых мест захламления. Если раньше площади захламления выявляемых свалок составляли тысячи квадратных метров, то сейчас это сотни квадратных метров. В основном все несанкционированные свалки находятся на земельных участках, которые прилегают к землям населенных пунктов, такие как присельские пастбища, а также это земельные участки, где собственность не разграничена. А с начала года специалистами отдела было выявлено 56 свалок на площади более 8 гектаров. Наибольшее количество свалок было выявлено в Прикубанском районе 12 свалок, в Адыгейхабрском районе это 9 свалок и в Карачаевском районе это 6 свалок. В Миноборнауки Карачаева-Чекесии назвали сроки подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в этом году. Подать документы можно до 1 февраля включительно, в том числе и выпускникам прошлых лет, желающим пересдать определенный предмет. Единый государственный экзамен пройдет в 3 этапа. Досрочный с 20 марта по 19 апреля, основной с 26 мая по 1 июля и дополнительный с 6 по 19 сентября. В заявлении на участие в ЕГЭ нужно перечислить предметы для сдачи. Русский язык и математика – обязательные предметы для выпускников. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники 2023 года могут выбрать для сдачи по математике базовый или профильный уровень, а выпускники прошлых лет – только профильный уровень. В художественной школе Усть-Джигуты проходит выставка изделий русских традиционных промыслов. Посетители встречают прекрасные, талантливые преподаватели и проводят познавательный и увлекательный экскурс в историю. Более подробно о выставке рассказал директор учреждения Борис Сатаев. Если мы с детства не будем воспитывать, потом очень трудно это приходится воспринимать поколением. А для нашей школы проблем в этом отношении нет, потому что по этой части мы работаем очень давно, еще со времен программ Бориса Неменского, и дети с этим знакомятся с первого класса. Ну и последняя информация. В картиногалерее «Черкесска» открылась выставка участников студии «Краски 09». Жителям и гостям столицы Карачаева-Черкесии свои творческие работы представили художники Анна Макарякова, Александр Ольховский и ремесленник Вячеслав Якимовец со своей коллекцией керамических изделий. В рамках выставки представлены также лучшие работы воспитанников студии за 5 лет и работы самой художницы. Кроме классической живописи, зрители могут оценить картины в смешанной технике, к примеру, из эпоксидной смолы. О своем творчестве расскажет художник Анна Макарякова. Но рисовать я любила всегда, и как-то с самого детства я начинала с художественной школы, потом институт, кафедра дизайна. Очень долго я проработала дизайнером, и потом все-таки вернулась к холсту и краскам. Может быть, потому что меня это вдохновляет, и, как сказал один известный человек, найди себе дело по душе, и тебе ни одного дня в жизни не придется работать. Это мое любимое дело, мне нравится этим заниматься. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем в северных районах порывы до 11-14 метров. Температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла. Утром местами на дорогах республики гололедица. В горах местами плюс 11-16 и выше 2500 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы достигнут 14 метров, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 6. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России, Карачаево, Черкесия.